Друзья, мы продолжаем наше громкое лето 2023 года, и у нас вдруг тут залетела неожиданная новинка от компании Dell Audio. Они сами особо никому об этом не говорили. В общем, встречайте. Обновленная эстрадная хит-новинка. Dell Audio Raven 165 теперь V2. Вот таким же образом выглядит коробка, как и у нас легендарные классические Raven. Все примерно такие же динамики остались внешние. Если маленько скажем, в принципе, Raven — это хит продаж 2021 года. Многие нам говорят, почему так много снимаете обзоры про Dell Audio, вам что платят? Нет, нам никто не платит, просто они делают действительно крутые динамики по действительно приемлемой цене и действительно высокого качества даже той же сборки. Вот Raven, сколько мы их продаем с 21-го, они вот уверенно держат хит, как среднебюджетная эстрадная акустика, которая прекрасно всем заходит, не требует мощного усилителя, отлично раскрывается и стоит очень доступных денег. Данная эстрада Raven V2, что изменилось в ней внешне? Вот у нас остались еще Raven версии, первая версия, еле-еле мы вот один динамик добыли, вот V2. Вот он, V1, V2. Как вы видите, то есть сильно здесь изменений, да не сильно изменений, мы по диффузору, по колпачку не видим, все осталось то же самое, по магнитной части. Да, тоже особо изменений никаких не претерпело, но есть одно но. Вот V2, вы посмотрите, помимо, да, изменились сами по себе терминал. То есть, если у нас V1 просто был зажимной терминал, вот такой вот вертикальный, то V2 он стал горизонтальный, и для удобства еще добавились вот такой вот вид крепления под клеммочку. А это удобно, если вы хотите просто у вас, скажем, клемники, да, либо же вы хотите несколько динамиков подключить между собой. Очень удобно, здесь, допустим, одни зажали и на другие пустили с других клемников. Очень удобно. Вот это основное изменение, которое видно внешне. Но динамики, конечно же, обязательно подтянулись по технической характеристике, как обещает производитель, играет еще вкуснее. Дальше мы протестируем это и расскажем. Если говорить по плюсам данных динамиков, в принципе, у них также, где вот магнит остался встроенная неодимовая таблетка, которая играет офигенную роль в чувствительности, то есть динамикам не нужен сверхмощный усилитель, благодаря повышенной чувствительности они играют очень ярко по сравнению с другими конкурентами. Данные динамики 110 Вт номинал — это идеальное соотношение как и громкости, как и качество звучания. Также отметить, данные динамики отлично сочетаются в принципе с любой звуковой системой, с любым сабом и с любым типом слушателя. Они реально нравятся всем за свою офигенную детализацию звучания и при этом такой хлесткий и вкусный панч. Данные динамики также обладают термостойкой корейской катушкой. Они еще и реально до кучи выносливые. Реально, сколько мы продали, нам люди говорят, что их положить, но практически нереально. Данные динамики мы сейчас вкрутим с версии 1 и поймем уже по звуку разницу звучания, что в них нового сделала Dell Audio. В общем, давайте слушать. Друзья, вы сами все слышите, слышите эту разницу звучания, как играет у нас V2 Raven и как V1. V2
прям знатно добавился у нас еще больше высоких частот, они стали еще сочнее, еще приятнее. Если говорить по середине и, скажем, по низкой середине, осталось все на том же уровне, хлесткий, приятный. Панч, четкая середина. Друзья, эти динамики выше всей похвалы. Сколько вот мы их продаем, реально одни из самых крутых уже как с 2021 года, как минимум. Цена все та же, 4600 рублей, только по звуку реально еще круче. Спасибо всем за внимание, ставьте лайк, пишите комментарии, выбирайте правильную акустику. Всем пока!